С 19 по 21 июля в Подмосковье прошел второй международный конный фестиваль «Иваново поле». В этом году организаторы фестиваля приготовили массу тематических интерактивных площадок, перемещаясь по которым, гости смогли отправиться в удивительное путешествие во времени. Этот фестиваль является уникальным событием в жизни нашей страны. Мы его проводим уже второй раз. Первый конный фестиваль мы провели в 2018 году. И идея фестиваля заключается в том, чтобы показать современному человеку все многообразие взаимоотношений человека и лошади. Познакомиться с культурой и бытом древних народов, побывать на ярмарке старинных ремесел и даже самостоятельно изготовить памятный сувенир. Самой ожидаемой частью фестиваля стали захватывающие соревнования в конных дисциплинах. Звезды конного спорта продемонстрировали, на что способны эти прекрасные и сильные животные в умелых руках. Все очень здорово. Нам нравится, что конный спорт в нашей стране набирает обороты, потому что сейчас он не очень популярен. В частности, ну вот мы вольтежировкой занимаемся. Пытаемся, скажем так, в массы продвинуть этот спорт, чтобы как можно больше людей узнали о нем. Гости мероприятия смогли понаблюдать за конкуром и выездкой, поло и котельоном, джигитовкой и великолепными трюками на лошадях. А для самых маленьких посетителей организаторы подготовили отдельную программу с участием мини-лошадок и пони. Фестиваль «Иваново поле» подарил гостям незабываемые впечатления и стал важным шагом к возрождению великой конной традиции в России.